когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, я по телефону говорил напрямую, с ребятами прям. Но, во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Вот. Дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда. Я тех из вас, кто присутствует здесь и кто потерял своего сына, то, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии. В этой связи хочу сказать, что, знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартах вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали, и я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала. Но хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем. И, конечно, будем делать все для того, чтобы не чувствовали себя забытыми людьми.